Прикра поразка для вашої команди. Чому основні причини цього результату? Ну, ми приїхали не повним составом. Но, несмотря на это, мы даже очень хорошо сыграли. Особисто ви сьогодні задоволені цією? Нет, очень много было ошибок в защите. Спасибо. Мне продолжать или вы задаете вопросы, как это происходит? Я неопытный парень. Да. Можем продолжать, можем задавать вам запитання. Дивіться, перше запитання. Хороша гра, дуже класна грає вашого колективу. Питання вдалося зробити це бажаного. Чому ви крайне вважаєте сьогодні? Во-первых, поздравлю Тернополь с победой, заслуженной победой. А нам, как бы это, мы получили достаточно информации, поедем домой, будем разбираться. Очевидно, мы играли с самой опытной командой в Суперлиге и получили много мячей, простых, легких, где в какой-то момент мы попросту не говорили друг с другом, не подсказывали друг другу. И вот Тернополю удалось оторваться на легких мячах, сбить наш ритм, где-то нам не хватило опыта. И я считаю, что Влад сказал, что мы приехали не полным составом. Мы в этом сезоне начали не полным составом и показывали неплохой баскетбол. Каждый из этих игроков заслуживает на место в составе и заслуживает быть частью коллектива. Поэтому нужно расти дальше, нужно готовиться к играм, работать над собой. Быстрого отрыва? Да. Ну, сейчас нету Бовы, поэтому на этот момент меньше акцентирования внимания. Так чи інакше, ваш прессинг працював класно, Олег Бондаренко гарно працював на перших номерах, але закінчились, напевно, сили, так, Олег? І сили закінчились, ну, опять же, ми сыграли, я повторюсь, самым опытным коллективом в Суперлиге. Ребята, очевидно, знали, как, где, в какой момент передернуть ритм, разбить прессинг. И это у них в каком-то плане получилось. Вот. Но это не было основной причиной нашего поражения. Останнє запитання до вас. Що трапилось з борцями, які не приїхали? Чому були сутні цим? Мікротравми, а у Максима Міхельсона температура. Піднялась температура, в срочному порядку здав тест. Тест отрицательный, но высокая температура, плохо себя чувствую. Спасибо, всего хорошего, удачи Тернополю. До свидания.